Смотри, сейчас, мне кажется, вот, тебе точно будет что рассказать. Так. Потому что... Сейчас я быстренько еще кусочек отхвачу, я голодная, прости. Все. Петров стеснялся, Бурунова было слишком много. Так. Самый лютый, не называя можно, ну, естественно, не называя проект, но самый лютый трэш-случай, который с тобой происходил на съемках. Самое адуха в кино, вот, когда ты попала в полный ад. Тоже выбираешь, да? Нет, я знаю, я думаю, как получше рассказать. У меня есть два таких, наверное, проекта, которые... Не, у меня есть еще один, который был там тоже одним из первых, который я когда вспоминаю, мне кажется, ну не может такого быть. То есть я это просто плохо помню. И с профессиональной точки зрения тогда не могла оценить. У меня был другой агент, который, видимо... Ну, тоже не хочу про нее плохо говорить, но... Ну, короче, там нас просто насиловали в плане там 20-часовые смены с 5-часовыми пересменками подряд. И когда мы просто, то есть у меня была там такая ситуация, что меня вырвало во время съемки просто от того, что я не досыпала и все время пила энергетики, чтобы хоть как-то, ну, вообще быть в себе. Вот, это я могу сейчас сказать, но ты вырежешь потом. Нет, не называй, зачем? А, окей. Не надо называть ни имен, ни проектов, просто именно сами случаи, именно что происходило. Вот. Ой, ну у меня был чудесный проект, это сериал был для телевизора одной очень известной и не очень достойной кинокомпании, все мы знаем ее. И я прям там охренела, что люди так общаются, то есть там был очень классный, ну, хороший режиссер, классный оператор и второй режиссер, просто моя любимая женщина, чудесная, которая просто все тянула наверх. А в группе там были такие косяки, и самый, конечно, трэш был костюм. То есть я просто была в шоке. То есть все, наши первые разборки начались с того, что мы снимали в октябре и в ноябре. И, а это там 30-е годы, и я... Да, сейчас никто, блин, не догадается, о чем я говорю. Но мне не... Ну, как бы я абсолютно не стесняюсь. И... И у меня было такое, типа, легкие всякие платьица, под которые очень сложно что-то подеть особо. Блин, на улице под ноль, ну, то есть там охереть как холодно. И, значит, там у нас какая-то идет 4-5 смена. И я им говорю, типа, девочки, а колготки обычные тонкие, а, ну, как бы прозрачные. А есть вот колготки, допустим, они высокой плотности, то есть они теплые, но выглядят в кадре тоже телесного цвета. Такие можно купить. И я им говорю, девчонки, купите мне хотя бы колготки вот эти теплые. И, значит, несколько смен подряд мне говорят, а, и прошу самогреющиеся стельки, наш известный киноприем. В Спортмастере вы можете купить такие стельки, которые просто сами греются там, от химического специального состава. Да, ну это открываешь, и 6 часов они тебе греют ноги. Да, и я, значит, их прошу, говорю, стельки и колготки, пожалуйста. И они мне, значит, там 4 смены подряд говорят, причем я лично, ни через дни, ничего не ставлю, никаких ультиматумов, просто их прошу. Они говорят, ой, мы забыли, ой, а стелек не было нигде. И, значит, на пятый раз я приезжаю на смену, опять этого нету, а мне сниматься на улице. В минусовую температуру вот в этих костюмах. Я просто такая... Я иду в вагон, звоню агенту. И началась просто целая эпопея про то, что... как бы, ну, вот это вот мне очень понравилось про то, что мы не нашли стельки, они больше не продаются. Я просто вот так вот звоню в Спортмастер, и мне говорят, что они есть везде. И говорят, где вы находитесь, мы вам скажем, ближайшие к вам круглосуточные, типа, магазины. Ну, просто, то есть мне это заняло 2 минуты. И они, вместо того, чтобы извиниться и все исправить, они стали продюсерам говорить, что я сама хочу ходить без утепления, что у меня там были такие утягивающее белье. Они сказали, что это, ну, типа, термотрусы, хотя это, ну, они принесли мне в вагон, типа, утепление, знаешь, у нас же временная картина, и там такие советские колготки хлопковые, такие колготки, только обрезанные вот так вот по колено, прям вот так обрезанные видно, типа утепление на попу. И я вот это, понимаешь, я такое унижение тоже, я вот это все вот так вот фотографировала, отправляла агенту, вот. И я просто, когда увидела письмо, что мне мой агент переслал письмо от продюсера, который не был на площадке, которому дали эту информацию про то, что, слушайте, ну давайте обсудим. Во-первых, Саша сама отказывается там от ходить в теплой обуви, ходит в игровой, а там типа колготки, которые теплые и которые не теплые, они одинаковые марки, одинакового размера, но Саша говорит, что типа ей удобнее вот в нетеплых. Я просто, то есть у меня перекашивается просто рожа, я бегу к ним в вагон, я говорю, ой, девочки, а можете дать вот эти колготки? И прям фотку, то есть те, которые надеваю я, они какой-то нормальной фирмы, а те, которые они мне предлагают, типа теплые, это Катюша, какой-то просто маленький размер, который мне просто давит на живот. Я вот так вот кладу 2 упаковки, фотографирую эти уги 41-го размера, из которых я просто вываливаюсь и не могу в них ходить на репетициях. Вот, и вот это, конечно, был трэш. Потом, ну, они велись, то есть в какой-то момент это началось... Ко мне приходит костюмер в вагон,
И что-то мне говорит, я говорю, слушай, Кристин, после того, как вы вот так вот со мной поступаете, да, со стельками, с этим вот так на меня забиваете, я просто говорю, ну, просто вам больше не верю. А она поворачивается и говорит, слушай, ну, а что ты сама о себе не позаботилась, не съездила, не купила себе утепление? Я просто такая... Да, ну вот видишь, не, на самом деле, как бы, люди, да, склонны к... Да, и был у меня трешовый вот этот, да, вот тоже, ты знаешь, потом тоже могу тебе... Мне больше понравилась твоя история про разогретые стейки, я думал, это оно. А, да, да. В какой-то день, я понимаю, потом приходилось каждый раз выносить мозги, что спрашивать, а стельки-то есть? Уже они не закончились. И я иду, и она что-то такая, да-да, там есть, что вчера остались мы. Там... Я говорю, что, ну, в смысле, есть стельки нормальные? Ну да, мы разогрели вчерашние. Я говорю, а это стельки, которые для наших друзей, да, ты распечатываешь, они там от взаимодействия с воздухом начинает работать химический состав, и они там 5-6 часов, ну, на самом деле, меньше в итоге получается, они на морозе реально греют, то есть, ну, гораздо более, то есть разогреть их это невозможно. Ну, это все, они как бы, как... Да, ну, мы разогрели вчерашний, я просто, я охренела, то есть я вот такого никогда не видела. Ну, и то, что мой любимый тоже сериал «Один из», где режиссер не знал сценарий. Блять, ну это просто было вот это... Ну, то есть там и так было до хера проблем, но то, что режиссер не справился... То есть режиссер должен был все эти проблемы подсобрать и немножко их вытянуть на уровень получше. А режиссер, который был у нас, я говорю, слушай, братан, а что после этой сцены? Ну, я говорю, по сценарию на что было перед этим, чтобы я, ну, понимала, я не знаю, я говорю, я не удивлена. Просто я так и знала. Ну, то есть, вот у меня было на одном из проектов... Ну, ладно, это хуёво была шутка. Там я с одним чуваком тоже шутила, когда он ко мне подходил, я такая... Извините, у меня просто аллергия на херовых режиссёров. Он говорил, бля, Борщ, иди в жопу, и уходил. Ну, знаешь, когда чуваки не знают, что они хотят, и типа, ну... Не знаю, что хочу, и буду просто говорить херню. Но вот этот чувак, который вообще не был в материале, это просто, и при этом делал вид, а это моя любимая история, рассказывать, как он разводил сцену. Приходил на площадку и просто начинал вслух читать разрезку. А, так, Илья сидит с камерой за столом, Илья, ты сидишь с камерой за столом, так, Саша ест курицу, Саша, ты ешь курицу, я говорю, я читала это. Come on, ну да, в общем, ну это трэш. И так еще все очень любят, знаешь, обвинять актеров в том, что они выпендриваются, ну вот у меня такое часто, но на самом деле просто, ну это естественная реакция, потому что это же мое лицо будет. Ну, я же хочу хорошо сделать, и когда вы делаете херню, такие... Тебя еще, наверное, очень часто в этом обвиняют, хотя просто суть в том, что ты, ну не ты как... Для... Я честная. Саша просто не молчит. На самом деле большинство актеров, причем Саша не выебывается, она, ну, не молчит уже в крайних случаях. То есть, как бы, что-то она спокойно проглатывает, вот. Ну, есть там, понятно, объективные вещи. Да, не, у меня просто сейчас основной аргумент, ну, как бы, я тебя привожу в пример. Ко мне кто-то говорит, блин, сейчас я проживу. Это нормально. Я говорю, блин, почему вот я у Хлебникова снималась в «Пилоте», в «Полицейском» уже 3 года работаем, никаких претензий нет, потому что площадка нормально работает, потому что никто ничего не просирает. Не хамит, не грубит. Не, знаешь, вот это с людьми на линии взгляда, которые просто пялятся тебе в лицо. Ну что, сыграй, сыграй. Да-да-да. Он просто трэш. Да, поэтому я... Как тебе твоя роль здесь? Ну, то есть твои колени, твои все... Я не знаю, идеальный проект, я говорю, что... Ты сразу прижилась? Ну да, у меня как-то даже не было. То есть я всегда, когда иду на сериал, я говорю, второй сезон, как бы не рассчитывайте, как бы я не... Ну, а здесь даже не было вопроса такого. То есть я просто... Слушай, а если разобраться, наверное, это у тебя первый раз второй сезон. Да, это... Ну, я больше нигде... И первый раз третий сезон. Да, а я говорю, что я и в 10-м снимусь, потому что я уверена за качество, за... Когда я читала третий сезон, я тебе говорила, я просто ржала и говорила, блин, как Алёха это сделал. Да, то есть вообще нету какой-то страха, неуверенности. Блин, как домой приходишь, очень кайфово. Ну, я прям рада, что мы еще будем продолжать. И я, ну короче, нет, просто семья и кайф, и со всеми. Там начинает Серёжа, заканчивая Саней, девчонки, вообще все... ну, просто даже вот Таня, казалось бы, Бубенкова, с которой мы, ну, в принципе, не особо пересекаемся. Я буду без подробностей, ну, для зрителей, но ты поймешь, про что я, которую мы увиделись первый раз там за год, и я ей рассказала там о том, что у меня в личной жизни все хорошо там, и вообще, что у меня в жизни произошло там много хорошего, и она прям чуть ли не до слез за меня обрадовалась, что у меня такое событие, ну, это было прям очень мило. Ну, то есть мы здесь все друг друга любим. Надо еще знать Таню, да-да-да. Ну, Таня тоже... Да-да-да.
цветочек. Ну. Вот, да, ну. Супер, слушай, Саш, ну я такое основное это рассказал, интересно, мне кажется. Про себя? Про себя, не будем копаться в глубинах, как бы. Так. Просто, я думаю, сейчас нам уже надо идти там. У нас сегодня какое-то там поздравление еще с чем-то для кого-то. Поэтому вот тебе, как и всем, минута времени в конце. Скажи все, что ты хочешь о жизни, о людях, о чем хочешь. Просто о чем хочешь. Блин, ну я, наверное, пожелаю нашим зрителям смотреть хорошее кино и хорошие сериалы. Так как я рассказала про свой институт, про свою историю, не занимайтесь тем, что вам не нравится. Старайтесь заниматься тем, что доставляет вам удовольствие, и находить пути, чтобы как бы вы могли там этим зарабатывать или там поровну делить свое время, да, и, ну, будьте честными сами с собой, самое главное. Не знаю, что еще сказать. Хорошие фильмы, хорошие книги, классная музыка. Все, что могу пожелать. Спасибо, Сашка.